В Одинцовском округе 761 автомобильная дорога протяженностью 642 километра. Их содержание осуществляет 9 подрядных организаций, в распоряжении которых 97 единиц специализированной техники, 49 средств малой механизации и 112 рабочих. С их помощью проходило обустройство тротуаров, расширение проезжих частей, ямочный ремонт дорог. За год было отремонтировано 34 автомобильные дороги. На 10 из них применены новые асфальтобетонные смеси, которые увеличивают срок эксплуатации покрытия на 30%. Благодаря поддержке Московской области капитальный ремонт провели на 8 дорогах, в том числе на подъезде к Одинцово-1 и на эстакаде через железнодорожные пути в районе станции Отрадная. Особо хочу отметить ремонт Можайского шоссе от улицы Садовой до улицы Говорова. Важный объект для города. Всем мы им пользуемся и в ежедневном режиме. Теперь там ровное, качественное покрытие. Продолжили и реконструкцию улицы Чистяковой. До конца года планируется открыть движение по двум полосам на всем протяжении. Окончание работ намечено на лето 2023 года. Практически полностью построен участок от платной автомобильной дороги до ЖК «Сколковский». Ведутся работы по строительству, переустройству ливневой канализации газопровода и других коммуникаций. Новая дорога позволит разгрузить выезд из Трехгорки и исключить транзитное движение через деревню Лохино. Помимо обустройства дорожного полотна, в округе проводилась активная работа с участием представителей госавтоинспекции по обеспечению организации безопасности дорожного движения. За 2022 год выполнено обустройство 29 новых пешеходных переходов с принципом снижения скорости. Это приподнятые пешеходные переходы или оборудование двумя дорожными неровностями. 50 пешеходных переходов обустроены направленной подсветкой. В итоге за 2 года мы подсветили 100 пешеходных переходов. Транспортное обслуживание населения на территории округа осуществляется на 140 автобусных маршрутах. По итогам изменения схем движения и заключения дополнительных соглашений к муниципальным контрактам удалось наладить сообщение между несколькими населенными пунктами. В сентябре 2022 года заключены дополнительные соглашения с перевозчиками «Мосттрансавто», которые позволят внести изменения в маршруты 22 и продлить схему движения до деревни Фуньково, которая ранее не была обеспечена транспортным сообщением. В администрации продолжается работа по строительству новых автобусных остановок на муниципальных дорогах. Всего за 2021-2022 год их было установлено порядка 50. Елена Краева, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, Михаил Лакеев. Телекомпания «Одинцово».